Компания РК «Энергосбережение», созданная на базе санируемого Социнвестбанка, полтора месяца назад начала процедуру выкупа первых энергосервисных контрактов по факторинговой схеме. Об этом сегодня в рамках Российского энергетического форума заявила вице-президент банка «Российский капитал» Ирина Булгакова. Она также отметила, что такая схема дает возможность энергосервисным компаниям привлекать дополнительное финансирование. Выкупаться уже будет готовый контракт после того, как подписаны акты сверки. Все. Оборудование установили, экономия зафиксирована. Это раз. Выкупаться будет не просто по акту сверки, а хотя бы два платежа должно пройти. Выкупаться будет не 100% стоимость, а 80%, чтобы последние платежи все равно остались за энергосервисной компанией. И энергосервисная компания будет нести ответственность все-таки за то оборудование, которое установлено, и за то, чтобы оно работало и эффект получался. То есть мы с этой энергосервисной компанией рядышком, как финансовый институт, собираемся жить 8 лет и ее не оставлять в покое. Выкуп энергосервисных контрактов, заключенных со снабжающими организациями, продукт недешевый – 20% от общей стоимости. Связано это с высокими рисками. Средний чек выкупаемого контракта – 5 миллионов рублей. Также на сегодняшний день финансовый инструмент в виде кредита по ставке от 10,5% для компаний, работающих в энергетике, предлагает Россельхозбанк. Как отмечает руководство кредитной организации, каждый проект, требующий финансирования, оценивается индивидуально.